Для преподавателя детской музыкальной школы Евгения Климина дистанционные занятия – формат не новый. Только раньше он был рассчитан на отсутствующих, а теперь на связи все ученики, без исключения. Интервалы и аккорды из-за особенностей звука ученикам бывает угадать непросто. В таком случае можно перейти и на аудио-видеосообщение. Новый формат занятий осваивают все педагоги детской музыкальной школы. Если еще неделю назад для этого приходилось находиться на рабочем месте, то теперь уроки проводят прямо из дома, но строго по расписанию. В новом формате работает не только музыкальная школа, но и дома культуры и библиотеки городского округа. Пройти курсы, на которые раньше не хватало времени, или почитать книгу, отложенную в дальний ящик. Теперь все это легко сделать, не выходя из дома. Работники культуры прикладывают все усилия, чтобы самоизоляция у жителей проходила не скучно. Там же можно найти расписание онлайн-занятий учреждений культуры округа. В ближайших планах видеоконцерт «Салют Победе», аудиоурок по рисованию и дистанционная игровая программа. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».